«Сиреневый пленэр» памяти Кассандры проходит в рамках «Недели добрых дел», которая стартовала в Одессе еще в апреле. И поэтому очень приятно вручить от этой организации тебе вот такой замечательный пакетик, чтобы ты знала, что делается в проекте «Неделя добрых дел». На следующий год, может быть, приняла бы участие более широкого масштаба. А сегодня я поздравляю Ирину Кабалинскую и благодарю ее за участие в нашем проекте. И вот именно в «Сиреневом пленэре» с ее воспитанниками школы Кастанди. Поэтому вот все очень значимо и все удивительно совпало в этот день. Несмотря на потрясающие новости, которые мы узнаем, все-таки вот такие совпадения говорят, что этот день был нужен. Спасибо большое. Спасибо. Ирина из семьи художников, и отец Ирины. И мама, да. И мама художники. Да. Но отца мы еще застали на международной выставке искусств, и его картина еще вошла в наш каталог. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я хочу...